Мужчину, который приставал к 8-летнему мальчику в лифте, взяли под стражу. Пока на 2 месяца, чтобы не скрылся от следствия. Напомним, он выследил на улице школьника и зашел с ним в лифт. В кабине подъемника стал домогаться мальчика, а потом скрылся. Задержать подозреваемого в педофилии удалось отцу маленького пострадавшего. Извращенец спрятался в соседнем дворе. Сыщики уже сняли отпечатки пальцев с кнопки вызова лифта и сравнили с отпечатками задержанного. И вот на мужчину завели уголовное дело. За иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ему грозит до 20 лет тюрьмы.